Твою. Я себе, блядь. Ебанулся, блядь. Я. Я сиди вот это шумание. Что? Вы в адекватном состоянии, чтобы вас вести? Что за глупости вы? Обычные глупости. А? Ну, мы вас узнали, и мы вам машем. А вы проехали. Садитесь. Можно на место положить, или я вообще выслужу? Мужчина! Не блядь, вы нас посадили. Ну я не обязан терпеть вашу выходку. Вы спитой. Положите на вы место. Еще, мы на что место должны положите, думать? Мужчина. Мы что должны думать? Короче, выходите. Все, по-человечески не можете спокойно себя вести? Да довезите нас, пожалуйста, что мы... Вы что, думаете... Я ничего. Вы все спокойно. Ну мы вас можем и руками, но не битой. Давайте руками. Вот довезите нас, пожалуйста. Ехать куда именно? Опа. Боже мой. Алло. Это вы невоспитанные. Мужчина, я вас слышу. Так, послушай, вы нас сто раз вызовите, не надо с нами так разговаривать. Не надо с нами так разговаривать. Доведите нас, куда нам надо, и вы сами езжайте, куда хотите. Невоспитанные, о чем ты говоришь? Понятно? Невоспитанные все. Охуевшая рожа, блядь. Давай. Иди нахуй, блядь. Биту на место положите. На место биту, блядь, положите. Что, блядь? Пацаны, срочно нужна помощь, мне разбили машину, тут мудаки на Кубани, на набережной возле Адмирала. Бля, выручайте, они мне биту забрали, блядь, убегают туда во дворы, блядь. Пацаны, по-братски, блядь, выручите, пиздец, блядь, здесь и Кубани, на набережная, блядь. Страховой, это компания САГО, эти мудаки, блядь, убежали, блядь. Они мне стекло разбили, блядь. Это три пятерки на